Чуть-чуть химозу отдает, реально. Это клубничные конфеты. А где мои персиковые? Ну ладно. Тут вот такие конфетки. Мешок со сладостями. Мистер Бис. Ну ладно. Дракошка. Это все. Всем привет, и это распаковка вкусняшек. Возможно, даже в этом видео у меня получится показать вам подарок моей маме, которая приготовила ей на Новый год. В общем, не забывайте подписываться на мой канал, обязательно ставить лайки, ведь скоро у нас 200. Вот, так что давайте уже добьем. Ну что? У меня есть вот такой вот пакет, где лежат все сладости. Итак, у меня есть, это вроде бы какие-то леденцы с... Какая-то хлопушка, наверное, я не знаю. Какой-то микс. Вот такие вот ананасовые конфетки. Да, жевательные. Они, кстати, вроде бы молочные. Также такие же я взяла со вкусом персика. Мармеладки Лего. Вот такие вот мармеладки кукурузки. И взяла я 5 штук, только одну я уже съела. Взяла 5 карамелей, съела одну синюю. Напоследок это вот такая вот жвачка внутри с... желейной начинкой. Давайте начнем с мармеладок Лего. Вот так выглядят они. Открываем. Но запах очень вкусно пахнет. Честно, чуть-чуть химоза отдает, реально. Такая вот мармеладка. Твердая, очень. Зато очень вкусная. 8 из 10. Персиковые, жевательные, молочные конфеты. Пахнет, ну, очень вкусно. Пахнет клубникой. Все вы знаете, что нарисовано на упаковке. Персик. Пахнет клубникой. Это клубничные конфеты. А где мои персиковые? Ну ладно. На вкус персиковые. Ладно. Но я поставлю все равно 9 из 10. Такие же, только со вкусом ананаса. Здесь уже все соответствует. Эта конфета очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Чистая десятка. В ход у нас пойдет вот такая вот кукурузка. Оно. Это очень вкусно. Остались вот такие вот леденцы. Давайте откроем. В комплекте вышли вот такие вот 2 леденца и 2 хлопушки. Этот набор мы с вами попробуем в моем телеграм-канале. В ход идет вот такая вот жидкая карамель. Кстати, есть еще такая зеленая, но они ничем не отличаются. А эту жвачку мы с вами попробуем тоже в моем телеграм-канале. Получился вот такой вот подарок внизу. Еще 2 масочки. Здесь маска для рук, здесь шоколадная ложка. Вот такие вот какие-то, не знаю, штучки для волос. Вот тут вот 4 шоколадки. И вот тут вот такие конфетки. Всем привет! И это, так сказать, вторая часть распаковки. В этот раз у нас будет распаковка моих новогодних подарочков. Во-первых, я вам покажу, как... Сейчас вот, если вы перемотаете, я вам показывала подарок на Новый год, который буду дарить маме. Так вот, я хочу вам показать, как я его упаковала. Черный пакет я, конечно, уберу. Вот просто так упаковала. Вот такой вот подарочек. Вот, его видно было, вот такой. Правда, я сзади не очень запаковала, я тут обклеила новогодними наклеечками. Вот, ну не знаю, оценивайте, как я упаковала. Ну, мне так и нравится, и не нравится. За упаковку я поставлю 8,5 из 10. Вот, и так мне очень нравится вообще, в общем, подарок и упаковка. Так, в общем, в нашем классе... Не было никакого чаепития, а в другом классе, так сказать, в нашей параллели, вот, у них было чаепитие, мы, в общем, нас отпустили сегодня с русского, вот, и у другого класса была технология, мы пошли с одноклассницей к ним в класс на технологию, потом у них было чаепитие, у них было, у нас не было, у всех, по-моему, было чаепитие, вот, кроме нашего класса, мы, в общем, пошли кушать пиццу в столовую, ну, мы заказали, а потом... У нас в прошлом году такие вот подарочки. Это мешок со сладостями. Я еще раз повторяю, у нас не было никакого чаепития, нам никакие подарки не дарили. Ну, максимум у нас на столе лежало разное количество вкусняшек, и мы просто брали. Ну, там Milky Way, допустим, все. Вот. А у них, вот, у нас тоже в прошлом году был вот такой вот мешок.
Вот, но в этом году, видно, у нас в классе решили этого не делать, не заказывать. В общем, давайте распакуем. Я потому что не помню, что в этом мешке, но точно сладости, но я не помню, какие. Офигеть. Там очень большое количество каких-то корейских сладостей. Давайте каждое по отдельности. Первое. Это какие-то вот такие вот картофельные чипсы. Что ли? А, какая-то такая вот шоколадная конфеточка. Вот. Это marshmallows Hello Kitty. Дальше мои любимые жвачки. Тут вроде одна, не знаю. Такая вот апельсиновая. Дальше вот такие вот конфетки, тоже шоколадка тоненькая. Вот. Это, наверное, какие-то карамельки лимонные и персиковые, что ли. Вот. Вот. А дальше какая-то такая вафелька с шоколадом белым. Вот такая вот тоже. Маршмеллоу. Теперь с Микки Маусом. Какие-то тоже печеньки с шоколадом. Такие вот. Дальше. Вау! Я думала, это шоколадка от мистера Биста. От мистер Бист. Ну ладно. Ну, очень аппетитно выглядит. Прям, ну, очень, согласитесь. Так. Палочки какие-то. Я знаю такие. Они в упаковках, в картоновых. Ну, тут убрали. Вот такие вот печеньки, я их не очень люблю. Вот. Это Золушка вроде. Рапунцель. Вот это из... не помню, как это. Короче, там была роза и такой монстр огромный. Ну, не помню, как это называется. Такая вот печенечка. Вафелька такая вот. Еще какая-то, не знаю. Вот такие вот конфеточки. Вот. Печенька. Печенька. Вот. И еще вот такая вот тоже. Это с виноградом, наверное. Не знаю. Это я не знаю, что это. Тоже вот печенька. Тут очень много печенек. О, теперь это маленький. Была такая большая шоколадка. И вот такие вот маленькие теперь. Вот. Еще какая-то вот такая вот. Тоже шоколадка. Тейкс. Очень много шоколадок и печенья. Еще. Вау, какая вкусная. Вкусно выглядит. Киткат. Это киткат, смотрите. Так, ладно. Еще какие-то конфеты. Я не очень люблю тоже шоколадные, но я люблю шоколадные с орешками. О, это мои любимые леденцы. Я обожаю такие. Клубничные. Тоже обожаю такие. Нам папа, я помню, так как он у меня моряк, он ездил в Корею и купил нам пачку таких жвачек. Дальше. Вот такие вот. Они тоже очень вкусные шоколадки. Шоколадные. И желейки. Таких вот, так сказать, баночках, не знаю. Давай, фокусируйся. Вот. Такие. Это, наверное, виноградные, это апельсиновые. В общем, все. Сладости закончились. Теперь подарок. Вот еще желейка. Теперь подарок от моей одноклассницы. Дракошка. Вот такой вот. Милый. Напиток. Вот. Это персиковый сквиз. Дальше. Мармеладки Бон Пари. Кошмарики. Да. Вот. Дальше такой батончик. Good Mix. Давай, фокусируйся. Вот. И еще очень много разных леденцов от Бон Пари. Вот такие вот. Они, кстати, уже очень вкусные. Я уже
попробовала. Так. Вот такие вот. На этом все.